Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить Dragon Age Origins за нашего замечательного гнома на кошмарном сне. И, в общем-то, научились мы с вами замечательнейшим образом призыву в предыдущей серии, и выдвигаемся дальше. И знаете, что я сейчас только что вспомнила? Да что я забыла посмотреть насчет того, насчет чего я хотела посмотреть. Ну да ладно. Черт с ним. Уж начала. Ну, мне кажется, все-таки просто... Если бы здесь что-то было на этом этаже, подсветка бы нам подсказала. Так что буду себя утешать этой мыслью. Чародейское деяние, плохая защита от мечей и топоров. Старайтесь держать магов на безопасном расстоянии. Ну, спасибо, Кэп. Ты мог бы это, кстати, написать в серии так 55 назад. Так, Авейн. Знаем таких... Местный одержимый, господи. Пожалуйста, не заходи в кладовую. Смиренный. Там кавардак. Я так и не смог привести ее в порядок. Кто ты такой? Меня зовут Авейн. Я заведую магической кладовой круга. Я пытался прибраться, но немногое смог сделать. Вообще, конечно, вот что одна из самых... Еще одна из самых прекрасных вещей в Dragon Age за счет того, что... Ты можешь начать свою историю за разных персонажей, и когда ты приходишь в какое-то место, где какая-то другая биография происходит, ты первый раз играя, например, да, не знаешь, что это за персонаж, что он там вообще делает, что он из себя представляет, ты с ним первый раз видишься. Но при этом, если ты, например, сюда, вот конкретно в круг магов, например, приходишь, будучи магом, ты этого Авейна уже знаешь. Ты знаешь, что он, кто он, какую судьбу, какую роль в твоей судьбе сыграл. И это, блин, так здорово. И приятно, что на самом деле фактически получается для каждого персонажа любой биографии есть вот такой вот момент возвращения. Потому что для магов вот в круг, для гнома в Розамар, для эльфов, опять же, Денерим, если городской эльф, если далийский эльф, то можно вот повстречаться вот с эльфами далийскими, пусть это не совсем те эльфы, которые надо бы, но тем не менее. И, блин, это очень-очень здорово. У человека знатного там своя фишка со знакомством с некоторыми персонажами, в общем-то, это здорово. Очень умно так построено все это, офигеть, до сих пор восхищаюсь, да и вообще, наверное, никогда не перестану. Как ты в такой момент можешь думать об уборке? Я отвечаю за кладовую. В ней должен быть порядок. Я пытался уйти, когда все казалось утихло, и наткнулся на барьер. Другого выхода я не нашел, так что вернулся к своим обязанностям. Авейн, надо было покричать. Я бы открыла тебе дверь. В кладовой все родное, знакомое. Мне уютнее здесь. Как ты умудряешься сохранить такое спокойствие? Он один из усмиренных. Усмиренные не волнуются. У них нет эмоций. Я бы не хотел умирать. Будет лучше, если башня станет прежней. Может быть, у Ниала все получится, и он нас спасет. Кто? Маг Ниал. Он приходил сюда еще с несколькими магами. Они взяли Литанию Адраллы. Она же защищает разум от контроля. Неужели тут действует магия крови? Не знаю. Ниал был на встрече. Он должен был знать. Магия крови. Я опасаюсь этого. Это же очень плохо, да? Ну, это очень плохо. Ну, давайте спросим. Под действие магии крови можем попасть и мы. И что случится тогда, кто знает. Мы поищем Ниала. Литания поможет нам выстоять против магов крови, которые нам встретятся. Удачи вам. Может быть, скоро все это закончится, и все вернется на круги своя. До свидания. Надежда умирает последней. Ты можешь еще что-нибудь сказать? Пожалуйста, не привлекай ко мне внимания. Я хочу уцелеть. Как пожелаешь. Вот интересно, он это как бы говорит с объективной точки зрения, то, что я хочу уцелеть, конечно, пожалуйста, не привлекай ко мне внимания, да? Или, о, портрет, это старинный, промокший старинный портрет, мужчина, облаченного в меха, с тяжелой короной на голове. А кому это дарить? Кстати, надо сейчас освободить инвентарь, задарить вин, вещи. Просто, если он это объективно говорит, то есть, ну, это все равно звучит странно, потому что
у них нет эмоций, но он как будто бы боится за свою жизнь, да? Вот все-таки какая-то часть все-таки эмоций, чувств сохраняется, потому что если бы ему было все равно, он бы не говорил бы то, что я не хочу покинуть этот мир. А почему ты не хочешь? Вот, да? Вопросы вызывают все-таки. Так, что, где подарочки-то мои? Портрет древней карты империи. Я не помню, кому ее дарить, но пусть будет Вин. О, чудесно! И да, ей. Тиара. Тиара, кстати, я ее попробовала подарить Морриган, но нет, вообще нет. Ну, впрочем, можно было догадаться, потому что это тиара. Я вот не знаю тогда, кому ударить, потому что украшенная самоцветом, может быть... Фиг узнает, если честно. Может быть, Лилиане, кстати. Потом надо будет посмотреть поподробнее с этим делом в лагере. Сейчас уже не буду... Слушай, где? Вот, изысканный свиток. Свиток пергамента, намотанный на изящные золотые стержни. Получите, распишитесь. Щедрый дар. Благодарю тебя от всего сердца. Не за что. Герин из Ферлдена. Генеалогия. Лови. О, чудесно. Угу. Промокший портрет все-таки. Мужчина, облаченный в меха, с тяжелой колонной на голове. Ну, как бы, картины обычно дарятся... Стэну? Но черт. Может быть, это все-таки Вин? Сколько у тебя там? Нейтрально. Плюс 22 нейтрально, это мать вообще охренела. Белое средство точно ей. Ладно, я пока приберегу. Подумаю еще. Может, по пути. Хорошо, ладно, допустим. Тут ничего, что-то как-то. Маг крови. Чудесно. Вот вам и ответ. Кстати, барьерчик. Ведь что? Сундук. Ох, сердце крови обливается. Ничего-ничего, я потом сюда с Лилианой приду. Если мне разрешат. Но вообще должны, наверное. Ух, востро. Так, мокрови, мокрови. Ладно, через этот они не пройдут. Им придется оббегать. Единственное, что я боюсь, если они побегут в обход, получится не очень. Нет, знаешь что, давай поближе. Чтоб они не заподозрили ничего, ага. Так, что я могу? Да толком-то и ничего. Я пошел. Пошел. Так, атака. Морриган, греби сюда. Угу. Жалко только на одного, конечно. Наложила, молодец. Так, ты же мороз у меня там наклад. Нет, не мороз. Давай заморозим его, а? Нахрен. И разобьем. Ты научишься меня бояться. Так, мужички. Не разбила, да? Ай же. Ну конечно, нет. Слишком много здоровья. Ну чё, сейчас доделаем. До свидания. Так, вот ты. Ты делаешь чё? Ты, во-первых, словишь порчу. Ты, мил моя. Ну, не знаю, давай еще. Нет, стоп, подожди, давай еще больше стену. Они, интересно, суммируются, эти фиговины? Чёрт его знает, давай тогда так. Что ты там кастуешь себе, свинота? Губу ты закатай, ага. Так, кто тут есть вообще? Сколько в тебе здоровья? Они там... Вот что это за руны такие? Похоже на руны паралича, но это не руны паралича, это, наверное, какие-нибудь восстановительные, да? Так. Давай вот так. Умер, молодец. Ну, в принципе, один остался, тут особо заморачиваться не буду даже. Точно-точно, это лечилки.
тебя. Молю, не убивай меня. Объясни, почему я не должен убивать тебя? Я знаю, что не имею права просить пощады, но я не хотела ни разрушений, ни смерти. Мы просто пытались обрести свободу. Ульдред сказал нам, что Круг поддержит Лагейна, а Лагейн поможет нам освободиться от церкви. Ты не знаешь, каково это. Храмовники следят за тобой день и ночь. Ну, вообще, на самом деле, если так задуматься, представляешь, вот ты живешь в башне, сколько там у нее этажей? Ну, допустим, 7-10, не знаю, ну, в 10 вообще вряд ли, хотя хрен его знает, сколько у них там. Их вообще, по-моему, 4. Если так посмотреть, по моим воспоминаниям, по-моему, их 4. Ну, допустим, тут очень высокие потолки. Неважно! Вот живешь ты на этих 4 этажах. Никуда ты с этого острова не выезжаешь. Может быть, там есть какой-то дворик, в который они выходят погулять, но о нем ничего вообще в игре не говорится никогда. Единственное, что говорится, что маги не могут выйти. Потому что если начинать предысторию за мага, там, когда попытаешься выйти из башни, около нее стоят храмовники, они говорят, иди в жопу. То есть на улицу даже не пускают. Представляете, вот всю жизнь в башне, в каменных стенах, за книгами, за обучением, постоянно ходят храмовники, которые смотрят на тебя как на дерьмо. Это как-то вот да, одуреешь, серьезно, с ума сойдешь вообще во всем этом. Причем самое интересное, то что их даже сейчас, во время войны, Мора с неохотой отпускают из этой башни. То есть они просто учатся. Для чего непонятно. То есть, ну, как бы понятно, чтобы контролировать все это дело, но в итоге они сидят все равно заперти и учат других. Иногда там выбираются, конечно, да, что-то делают, но если только вот прям очень-очень надо. Какая-нибудь война, мор или еще что-нибудь. А вот так все равно продолжают сидеть и учить других. То есть вообще одуреешь. Зачем же, да, обращаться к запрещенной магии? Магия — это всего лишь средство для достижения цели. Она дала нам, мне, силы сражаться за свои убеждения. Сражаться за свои убеждения – дело хорошее. Вот только цель не всегда оправдывает средства. Но, Вин, ведь на самом же деле ты так не считаешь. Перемены редко происходят мирным путем. Андраста не стала забрасывать Империю многословными посланиями, а просто объявила ей войну. Она изменила наш мир. Освободила рабов и дала нам церковь. Но ради этого гибли люди. Мы думали... Всегда ведь кому-то приходится сделать первый шаг. Добиться перемен, неважно какой ценой. Никакие перемены не стоят того, что вы сотворили здесь. А теперь Ульдред обезумел, и мы разбиты. Обречены гибнуть поодиночке от руки тех... кто стремится исправить наши ошибки. Вообще, конечно, с магами крови тут очень смешанные у меня отношения, потому что ты вроде как понимаешь, что да, они все опасные и все такое, но мы уже встречали Йована. Особенно если вы начинаете за мага историю, в общем-то, свою, то к Йовану вы, скорее всего, будете относиться, ну, более-менее нормально. Даже если вы его ненавидите, потом, возможно, ввиду событий в Редклиффе, все-таки вы как-то его простите за все, что он сделал. Но при этом ты понимаешь, что это маги крови. Они реально очень опасные ребята. Но при этом, если потом ты возвращаешься в Dragon Age Origins после, например, Dragon Age 2, к магам крови у тебя еще более смешанные отношения будут. Не буду уж спойлерить тем, кто не в курсе. Но, опять же, да? И если взять Морриган профессию мага крови, тоже вроде как мы маг крови, но при этом мы же неплохие, мы от Мора мир спасаем. Вот очень смешно, и не получается их ненавидеть. Я не знаю, хорошо это или плохо, но в такие ситуации как-то вроде вражина вражеская, но при этом как бы не чувствуешь такого, что вот они прям такие плохие-плохие. Мы, если так посмотреть, в принципе, не всегда лучше делаем, ну, в целом, я, конечно, имею в виду. Но
Может быть, знаете, вот не хватает им вот той мрачности, которую они на самом деле должны распространять, чтобы мы их действительно там боялись, как-то ненавидели, и потом уже ломали себя, меняя свое отношение к ним. Вот такого нет. Ты как-то изначально вот к ним, ну, не так относишься. Хватит скулить, и все, на что... Вот это, ты же не знаешь, что... Не все, на что вы способны, хныкать и жалеть себя. Мы гном, суровый гном, наглый гном. Что же еще я могу сделать? Мне некуда деваться. Ты можешь умереть с достоинством. Ну да. Не надо! Прости, женщина, конечно. Бежит, смотри. Морриган, зашатай ее. Ну, не, надо платить за свои ошибки, потому что сколько детей тут наверняка погибло, пока они тут это все мутили. Я, конечно, все понимаю, но... Знаете что, идите в жопу, товарищи маги. Роза Орлея. О, книга Роза Орлея посвящена женщине, леди Италии Леон. Ее бурному роману с надменным кавалером Гарреном. Ну, это, скорее всего, Лилиане, да? Потому что сказание, там все такое. Хотя, возможно, и Вин, потому что книжка. Книжки всем нужно Вин дарить. Она у нас классная дама, как Морриган сказала. Одеяние ученика. Фигня ваша, одеяние ученика. Записка ученика. Ага, опять вот эта штука. Нить. Так, это было. Это тоже было... Так вот. Сегодня мы прошли еще дальше. Дальше, чем когда-либо ступал человек. Искаженное свечение черного города. Постоянно маячило на краю обзора, но тропа ускользает, как всегда. Неизведанное в памяти живых и мертвых влечет нас, и шепот не умолкает. Там есть нечто огромное, и помимо него всегда на краю восприятия иной, ничем не скованный разум. Завтра я постараюсь дотянуться до него все силы мысли, попытаюсь спасти его. Мог ли еще кто-то зайти так далеко? Чудеса откроются нам обоим. Ритуальная запись. Сосуд в руке, голова из ниоткуда обретает силу. Документы предела. Примерно второе столетие древнего века. Первый чародей назначил стражи предела, и это должно остаться тайной. Нацарапано в уголке. Предел еще до круга. Кто-то другой в тени? Хочу, хочу! Еще до круга. А там были, помните, то, что шепот не помогает или что-то там? Вот, шепот солгал, то есть нити сожжены, копье поднято. Меч опущен, чтобы пронзить насквозь и воткнуться в землю. Говорю вам, это экзамен точно как с призывом. Хм. Наверное, нужно будет потом в какой-то правильной последовательности, да, все это замутить. Древний текст. Хорошо. Свиток. О, привет. Свиток. О, кстати, давайте про свитки почитаем, мы как раз же пропустили. Соединиться с могуществом тени – только первый шаг из многих. Следующий шаг – приспособить разум к законам тени и отыскать связь между царством сном и миром смертной плоти. Вот она, истинная сила магии крови. Плоть и разум неразделимы, и отсюда вытекает способность управлять разумом. Под текстом неразборчивые руны, кровавые и чернильные пятна. Пускай себе говорят, что разум священен. Для тех, кто познал истинную силу крови, это просто глупость. Разум не более священен, чем колено, мизинец или ухо. Это орган мышления, ничего более. А подлинное мышление должно быть связано с ритмом крови, неутомимым биением жизни. Прерви это биение, и даже разум окажется подвластен твоей воле. Под текстом схема ритуала магии крови без подписи и пояснений. Так, 2 из 5. Хорошо. Тайник Белла? Такой уж прям тайник, вот прям вообще незаметный такой. Ой, все даже поместилось, ты посмотри. С удовольствием. Естественно, нет. Слушай, а... Что еще? Печально, да? Ну, это за счет того, что она хилер, чтобы прям у нее была возможность... Активно все это использует. Так, маг крови. Вот, 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 вот. О, боже мой. Это
Слушай, а не это ли статуя? Конечно! Привет! Так, вас тут только двое, да? Сейчас еще как повыбегает, это не круто будет. Так, ну раз вас двое. Я, конечно, могу попробовать. Интересно, у тебя бегут? Да. Нет, не бегут. Дюранчик сюда. Стенчик сюда. Что прикажешь? Всего? Разошлись. А я здесь. Ну да. Вин. Атака на Стена. Морриган. Вот эту чувырлу можно заморозить, но она не заморозится. Живая. У них, потому что это... долбанная защита стоит. Как? Спокойно. Заморозить. Пожелаешь. Так, теперь жахнуть мега мечом. Ты идешь бить щитом. Можно еще сверху каменной фигнюшкой. А, можно вот на вот эту фигнюшкой. А вот на ту... Вот этой фигнюшкой. О, разбили, отлично, красавцы. Давайте теперь туда. Там тоже можно тюкнуть кого-нибудь. О, он тоже разбил. Птичка, какая прелесть. Ну да. О, как хорошо получилось. Кипа книг. Чистая бумага. Сундучишка закрытый, да? Скотин проклятая. Обгорелый труп. Хорошо. Хорошо? Ну, как скажешь. Так, в соседней комнате у нас трое. Вообще, это длинная комната, и там, видите, дальше еще... Как ты это сделал-то, слышь? Ну ладно. Дело, конечно, твое. Не, не надо на него, мне нужно куда-нибудь вот сюда впендюрить. Стенчик сюда. Морриган сюда. Надо покончить с этим. Мужички? Отгребай. Ой, ой-ой-ой, я попутала немножечко, ребят. Персонажа попутала-то, прикинь. Вообще, как так вышло. Вот так вот давай. Так, дяденька. Вот как-то вот, как бы... Нет, не так. Дюранчик. Видишь, вот это чувырло? Давай туда. Сейчас чуть-чуть подождем. Угу, молодец, бей. Надо разбить кого-нибудь. Вот тебе, например... А, кстати, может, с Стеном? Вот если на этого... Вообще, он должен зацепить двоих. Может быть, двое отвалятся. Было бы очень неплохо. Ладно, один есть. А кто попал, ты или она? Не поняла, если честно. Так, неважно. Ты заморожен, ты умираешь... Ты по башке получаешь. Эх, жалко, не разбил. И фесом даже не разбил. Ну что ты делать-то будешь? Обида так-то, конечно. Так, умри, пожалуйста, слушай. Ну? Ладно, Вин может идти сюда, я думаю. Дюрен? Ты умер, ты тоже умер, все умерли, молодцы. Ау! А, по щам за это. Заморозить? Что-то Вин стоит без дела. Отдыхай. Полежи, отдохни. До свидания. Отлично. Не говори вообще. Не, неплохо, знаете, неплохо идем. Прям неплохо. Хорошо, работаем. Вот именно по этой причине я подумываю о том, чтобы заменить туалетный столик. Стоит чувак, у него надпись над башкой. Заменить Вин
точнее, Лилиану Вин. Потому что, ну, вы видите. С другой стороны, конечно, ящики очень жалко оставлять за спиной. Но всегда можно пройти в эти локации снова. Сделать свое черное дело, да? Что скажешь? Ну, что я могу сказать? Пора накладывать что-нибудь интересное. Так и сделаем. Видишь, повылезали. Так. Ты что-то близко подходишь? Ну, что я могу сказать? Давай, кидай что-нибудь в них. Что ли? Заморозить еще можно до кучи. Хотя, подожди, ну, да, да, давай. Я так и знала, что он разобьет. И... Как мне это нравится, господи, как это красиво. Так, да, видишь, шкаф уже, господи. Он как мне это нравится, прям вообще замечательно. Серебряная цепь. Это крохотное ожерелье, сделанное из нескольких серебряных цепочек. О, это Морган оценит. Это ее. Сейчас мы быстренько подарим. Самое время. Типа, о, Морган, смотри, что я нашел. Ни разу как бы мы не мародеры, сами других осуждаем, да? Сами при этом собираемся делать. Серебряная цепь. Пожалуйста, получите, распишитесь. Прекрасный подарок. Спасибо. Пожалуйста. Чё там? Полученный навык. Двоечка. Маловато будет. Больше серебряных цепей. Богу серебряных цепей. Шкаф едва заметно дрожит. Из него доносится тихое похныкивание. Все в порядке, можешь вылезать. А там безопасно. Демонов больше нет. Я не хочу умирать. Демонов больше нет. Если ты уверен, что опасности нет, я, пожалуй, выгляну. Ой, ай, ай, да. Не, у него свет, наверное, просто в глаза ударил. Он там сидел, наверное, очень долго. Что такое? Да у меня спина затекла, и зад совсем онемел. А, нет. Ох, Создатель Пресвятой, вы только гляньте. Эти демоны, небось, и не поняли, кто на них напал. Годвин, маг Ферелденского круга, к вашим услугам. Как ты оказался в этом шкафу? Всюду были демоны. Они закрывали выход. Вот я решил, что лучше в таком положении спрятаться и сидеть очень-очень тихо. Я просто хочу спрятаться в безопасном месте. Пожалуй, пока останусь здесь. Может, ненадолго вернусь в шкафчик. Голос узнала. Неллот. Неллот из Скайрима. И, соответственно, доктор Нефариус из Рачтой Кланка. Ты мог бы пойти со мной, но нет. От него такой, какой от него прок. Да и к тому же он не пойдет. Я уже перебил почти всех демонов, ты можешь выбраться. И куда я пойду? Храмовники заперли дверь башни. Нет уж, лучше побуду здесь. Погляжу, как пойдет дальше. Ну, поступай, как знаешь, ты хозяин своей жизни. Спасибо за то, что спас мне жизнь. Дай нам, Создатель, встретиться в менее опасные времена. Не дай мне, Создатель, встретиться с тобой в менее опасные времена. Тебе как-то нормально? Слышно, как Годвин вздыхает внутри шкафа. Открой дверь. Трудно затаиться и не высовывать носа, когда ты все время здесь шастаешь. Стой, где стоишь, не двигайся. Да какой смысл на него агриться? Хотя вот, знаете, странно, что нас как бы... Ладно, пойду дальше.
Нас толкают на то, чтобы мы на него агрессивно среагировали. Может быть, попробовать? Вообще, он подставной, интересно, или нет? С другой стороны, если бы он был магом крови, стал бы он прятаться от демонов в шкафу. Наверное, нет. Хотя, кто его знает? Здесь ничего нет! Что-то должно было остаться. Если мы выберемся из башни, золото нам пригодится. Ульдред сказал... Козлы! А что? Славненькие маги, такие лакомые кусочки, ага. Да, начну с толстенького. Обидно, конечно, да, что не могу я вообще никак... Как это сказать-то, господи? Начать первый бой, это все очень печально. Ну, что ж делать-то? Я здесь. Коварный злодей. А что это я сделала такое? А что я сделала-то? Надо потом посмотреть будет. Смотри, заморозил. Спасибо. Спасибо, конечно, да. Так, товарищ Стэн. Вы могли бы одержимого немножечко убить, узнаете об этом? Вот этого можно разбить. Можно даже вот так, я думаю. А мы крови лови каменным снарядом в голову. А ты жизньку отдай. Разбит, разбит и оглушен. Ничего, сейчас добьем. Вперед. Дюранчик, ты чё стоишь-то? Как не родной. Кипа книг. Чистая бумага. Опять. Ох уж эти запертые сундуки. Шнуровный ремень создателя. Действие. Неплохо для собачки, для нашей. Если бы мы еще с собой таскали. Чё там? Записька? Еще одна. Как пожелаешь. Так, подожди, 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 не пропадай. Так. Его серебряная цепь почернела. Почернела? Неудивительно, что облик его распался. То, что вернулось, не принадлежит ни тени, ни миру плоти. Считать ли это косвенным доказательством существования богов при отсутствии прямых? В этой твари нет ни цели, ни смысла. Пускай иссушит ее сила башни, и память о ней исчезнет. Только один урок должен извлечь из этого. Пребывая в тени, не расслабляйся. Своевольный сам себя, за себя в ответе. Ритуальная запись. Меч поднят, чтобы рассечь связь. Документы предела примерно 2-е столетие. Первый чародей назначил стража предела, и это должно остаться тайной. Нацарапана в уголке цепь. Селянская магия, я должен знать. Я почти вижу. Шепот желает. Ну, допустим. Хорошо. А, где же, да, где же. Ч-ч-ч-ч-ч. Все заперто. Ну, пойдемте потихоньку, что ли. Металлическая дверь. Очень интересно. Типа, здрасте. Гребем назад. Вин, как всегда. Нет, стоп, рано. Стэн сюда, Морриган сюда. Да. Вин. Так и сделаем. Ну, отлично. Как скажешь. Так. Морриган. Я готова. Попадает хоть на всех, не могу понять. На всех попадает. Так. Сейчас. Ну, короче, по старой методике. Зачем менять то, что хорошо работает? Вот только вот ты меня бесишь.
Надо разбить. Вот этого разбить. Хотя нет, этого разобьет Вин. Я прям чувствую, что у нее получится. Я надеюсь. Вот так. Вот ты, козлин, такая незамороженная ни разу. Ну, я же говорю, разобьет. Так, Дюранчик. Твоя цель разбить вот этого. Ты справишься, я верю в тебя. Разбит. Ого! Не разбил, блин, жаль. Ну ничего. Валим, 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 он сейчас взорвется. Хотя как смысл валить? Я все равно не помру. Не помру. Или ты не взорвешься? Нет, взорвешься. Слушайте, как это хорошо все-таки работает, как ни крути. Заморозка. Чистая бумага. Чувствую, я все-таки предпочту Вин для Лиани. Ну, вы сами видите. Ой-ой-ой, ухо, ухо, ухо зачесалось. Ой. Господи, прошу прощения. Ну, очень резко что-то зачесалось оно. К чему там правое ухо, когда чешется? Я не суеверная, но у меня мама постоянно, когда у меня где-нибудь что-нибудь зачешется сразу. Ой, это к дождю, это к холодам. Я постараюсь. К потеплению, еще к чему-то. Нельзя взять, смотрите. То есть, ни ключа, ничего. То есть, это должно как-то открыться само по себе. По каким-то причинам. Так, а вот это что такое? Почему здесь закрыто? Очень странно. Ой, это то место, о котором я думаю, да? Да. Ой, тут неприятно будет, это я помню. Прям очень неприятно будет. Так, надо подумать, как мы это все делать будем, потому что я не хочу туда прям вот заходить, если честно. Сейчас агр включу. Или нет. Ой, не люблю это место. Оно очень неприятное. Щит Тевинтера, кстати. Амулет церкви. Привет. Да? Горелый труп. Как это... пожелаешь. Или это не это место? 10 кустой чувств к холоду. А, не на кого надеть-то, черт. Точнее, места нет. Надо что-нибудь выпить, что ли? Что-то такое. Сила природы. Устойчивость к огню. Ну, жаба душит, если честно, его применять. Даже, может, я что-нибудь подарить могу кому-нибудь. Роза Орлея. Ну, блин, книга. Хотя книга. Ну-ка, Вин, давай. О, чудесно. Есть. Сработало. А я все равно выпила эту хрень. Ну ладно. Так. У кого там колец-то не хватало на пальцах? Амулет, кстати, почему? Почему я тебе не надела амулет? Хоть какой-нибудь. Подожди, застежка из самоцветов, сила воли, психическая сопротивляемость. Но ее может носить только Морриган. Здесь защита, шанс отрождать вроде и шанс уклониться от снарядов. Сила воли 10, психическая. Ну просто... Давайте махнем их местами, что ли. Подождите, подождите, 232? 237. Ну да. Мана. Я только сейчас заметила, что здесь мана нарисована. Не прошло 200 серий, как сам он заметила количество маны. Ой, дебила кусок. Так, подожди. Вин. Защита или устойчивость вот к этому всему?
отразить и шанс уклониться от снарядов. Но сейчас у нас никто ничем не кидает. Десять. Ну, нет, наверное, я оставлю пока. Амулет ученика. Сила воли, психическая сопротивляемость. Вот шнур, да, разбитых мечтаний. Так, подожди, а... У Морриган что тут стоит? Да, лечилки. Арр. Вообще, конечно, этот ремень бы поставить какому-нибудь воину и... При условии, конечно, что... Никто из наших товарищей магов не будет получать урон, но так уже очень редко происходит, правда? Ладно, обождем пока. Так, ну что, попробуем. Статуя Андраста лежит в грязи. В ее постаменте укреплен небольшой стеклянный амулет, каким-то образом вставленный в целую цельную каменную резьбу. Ну, это филактерия. Здесь подозрительно холодно. Короче, сейчас вот эта жопа вылезет. Ну, давай попробуем. Стекло трескается. Привет, жирный. Давно не виделись. Я не думаю, что на тебя сработает паралич. Но, как говорится, попытка не пытка. Так и сделаю. Так. Ну, естественно. А, нет, ловушка сработала. А к чему? Устойчивость к ловушке? Ну, это так-то отстой. Команда. Чё ты там делаешь, сволочь? Так, знаешь, чё, Морриган? Ты, блин, как-то неудобно все это сделано. Так, наложила, молодец. Дюран? Да. А чё вы там топчетесь? Ты чё, труп не можете обойти? А, они труп, что ли, не могут обойти? Твою Машу. Дебилы. Давайте, давайте, давайте. Не тупите, ради бога. Ой, нет, ой, не надо так делать. Ха! Обломись, придурочный. Надо агр включить. На всякий случай. Сволочь. Ё-моё, ты чё, с ума сошла? Лечись скорее. Лечись, дура! Вот, блин, так всегда все происходит. Надо наложить вот эту хренотню. Это же спасение от смерти, да? Хранитель жизни. Давай, накладывай. Стэн, иди бей. Бей, говорю. Давай. Морриган, просто вали куда-нибудь. Нет, слушай, заморозь его нахрен, а? Вот так вот. Все, валим, 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 валим. Боль, она такая, да, я знаю. Я понимаю тебя, Морриган. Я тебя очень сильно понимаю. У меня сейчас тоже боль. Так, ты очень быстро отошел от этого всего. Это мне не нравится. Че там групповое это восстановление? А, прям на всех сразу? Рановато. Возрождение тоже рановато. Очищение. Ускоряет восстановление маны и выносливости. Восстановление. На короткое время повышает восстановление здоровья. Союзнику поток очищающей энергии. Так, а где там защита-то от всего, от всея? Что-то не припоминаю. Восстановление. Восстановление. Господи, а где оно? Что-то я потеряла. Затягивай раны. Где штучки-то эти? А, она же вот эта. Давай, ладно. Нужно как-нибудь так встать, чтобы он не мог меня к себе притянуть. Вот как-нибудь вот так. Так, подлечись чуть-чуть. Угу. Ребят, просто бейте, вот серьезно. Я вас очень прошу, прям умоляю, просто убейте его. Это не так сложно.
Так. Постоянный урон от духа, я думаю, не помешает. О, хорошо вошло. Пошли в жопу. Лечение на Стенчика. Фиговое лечение на Стенчика. Героическое нападение, давай. Так. Порча на него. Еще разок. Заморозочка, которая не сработает, но главное отнять жизньки. Так, Вин. Где-то, господи, есть. Да, давай. Лирион на зелье. Блин, слушайте, много маны. Так-то посмотреть, если... Групповое исцеление. Можно, конечно, жахнуть, но рановато, я думаю. Ага, обломись. Не доедешь ты до меня. Здесь, видишь, скамеечка, она мешает тебе, прикинь, да? Надо его замораживать быстрее. Вот видите, что-то происходит. Так, нужно спасать. А, нет, не получится. Надо просто тогда лечить. Подожди. Восстановление. Повышает. Нет, стоп, не то. Но не продолжение, значительно ускоряя. Сильно повышает. Давай. Или подожди. Сильно повышает. Что? Сильно повышает восстановление? Фиг его поймешь. Дяденька, отвалите, пожалуйста. Вижу. Ты меня очень бесите. Самое главное его сейчас заморозить. Но свин этот бой совершенно по-другому, да? Идет. Все, Морриган, вали. За вот этот вот. Сюда, короче, вали куда-нибудь, слышь. Умри! Иди ты в жопу, слушай, дядя. Я тебя трогала вообще, не? Сюда куда-нибудь гребистый. Сейчас мы его зажмем, чтоб он вообще не прошел, тварь. Эу, отвали, говна, кусок. Так, на него бы, конечно, руну паралича наложить, но не получится. Так, Стенчик, давай мы на тебя защитку положим. Надо будет следующим ходом лечиться, на самом деле. Просто бей. Мюриген, 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 завораживай, сволочь. Так, лечим. Лечим Стена. Чем-нибудь. Вин закончилась манка. Может, конечно, ей чуть-чуть вот так сделать, а Стена подлечить большой. Вот, он отвлекся как раз. Давай, чпонька его. Вот, вот так вот. И вот так вот. Не. Свинья. Хотя, кстати, подожди. Вот так вот. Красавчик. Не, слушайте, сейчас зашатаем. Хотя, когда я так говорю, это как-то не очень все заканчивается. Ага, сейчас, сейчас. Вот нет, не пройдешь, не пройдешь, тварь. Не смей, сволочь, стой на месте. Нельзя его пропускать, нет, 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 я тебе сейчас заб... Нет, стой, тварь, стой, у меня ничего не восстановилось еще, алло. Надо паралич наложить. Да. Морриган, Морриган, беги. Просто беги, просто винта даже. Куда ударить? Вот в него. Бей, видишь, стоит сволочь такая. Можно, кстати, Стена сюда поставить. Вот так. Скамейки, конечно, помогают безумно, если честно. Это же вообще, кто бы знал вообще, да? Что такой прок от них большой, великий. Мы должны драться, я согласна полностью, но... Ты видишь, что тут происходит? Ты-то куда ломанулась? Не-не-не-не-не, иди в жопу. Иди в жопу, чувак. Я тебе говорю, иди нахрен. Черт, немножко в сцену прилетела. Я как-то рассчитывала, что нет, но... Уж как вышло. Так, Морриган, потом вот сюда не забудь отгрести. Вот сюда. Вот сюда куда-нибудь. Сюда даже, я бы сказала. Так, у тебя как? Во, восстановилась очень вовремя.
Да слушай, ты это заманал. Сколько можно-то уже? Серьезно. Дяденька, уйдите в жопу. Всеми силами и это самое. Иди нахрен, слушай. Это, конечно, картина маслом. Самое мерзкое то, что вот эта фигня на него не сработает. Он слишком устойчив к ней. Что ты там? Может, конечно, его просто бить в упор? Давай вот так включим на всякий случай. Так. Она просто сейчас сдохнет у меня, вот и все. Надо ее спасать. Слышь ты! Так, Морриган, раз он хочет вот так вот с нами общаться, давай... Что ты? Забери у него жизнь, заморозь его к чертям. Он, конечно, не заморозится, но... Попытка, так сказать, не пытка. Я слушаю. Заморозился, беги скорей. Ненадолго, правда. Заморозился? Бей, бей, Стэн, давай. Так, ты свинья такая. Стэнчик, давай. Морриган, спасай свою жопу. Полечись. Беги. Ну вот, вовремя. Вовремя полечилась. Так. Заморозку в массы. Так, лечим Стэна. Как скажешь. Это что, типа лечение было? А, да, это все-таки повышает восстановление. То есть это не просто лечение, оно со временем там что-то капает само. Надо закончить. Иди-ка ты. О, как это приятно. Вин. Вот понимаете, Вин это Вин. Прости, Лилиана, ты была нам полезна, конечно, но недолго. Обрывок бумаги, кстати говоря. Два золотых. Чё там бумага? Черные сосуды. Обуздание первого ходячего мертвеца. Так, подождите. Сейчас. Вот, вот это важный шаг во всем этом. Чё там обуздание мертвеца? Где-то был-то. Да не послушают более мертвые прихотям твоим. Рука смертного да не дотянется до тебя, связанного своим истинным именем. Кале Виазагад, восставший из мертвых, искажение единственного сына. Смерть за пределами смерти более не даст тебе пройти через завесу. Андраста да наложит на тебя оковы демон и да обуздает ярость твою навеки. Конец текста отмечен 6 кровавыми отпечатками большого пальца. Помните, мы находили бумажку, где 5 отпечатков было, а здесь 6. Обуздание 5-го ходячего мертвеца. Вот, да-да-да, 5 кровавыми. Вот как раз таки. А, это оно и есть, все. Как интересно. А, черный сосуд, это вот, блин. Я надеюсь, мне попадется все-таки вот этот вот в Денериме один черный сосуд, потому что я его просрала так с любенца. Слушай, а на тебе это все-таки... 14 секунд, 13, 10, 9, 8, 7. А! Не, ну слушайте, ну вот свин просто богический. Драться с ними, со всеми. Во-первых, и сила увеличивается, и все. Я чувствую, у меня вот такая вот партия до конца игры сохранится. Ну, естественно, придется еще бегать иногда по старым локациям, открывать сундуки. Но мне кажется, хиллер... Ну, серьезно, вот в этой игре очень важен хиллер. Да и вообще в любой игре, где присутствует хоть маломальски какая-нибудь тактика. Книги. Им-то маги дарят все свое драгоценное время, да? Ну, не только маги, я думаю. Стол первочередия. Маленькая расписная шкатулка. Найденная в кабинете первого чародея Ирвинга. Друзья рыжий Дженни. Задание обновлено. Вы добыли небольшую расписную шкатулку, как просили друзья рыжей Дженни. Награда была, какой бы она ни была, ждет вас в торговом квартале Денерима. Да-да-да, кстати. Сундук Ирвинга открытый, господи. Черный гримуар. Тяжелый гримуар в черном переплете. Морриган, несомненно, захочет взглянуть на него. Кстати, да, даже, видите, пометили. Мы это прямо сейчас сделаем. Клочок бумаги. Где он был-то? Чё такое? Где?
Как неудобно тут искать-то их. Кнопки. Как пожелаешь. Вы нашли страницу из дневника старшего чародея. Круги внутри кругов. Все более частыми и жаркими становятся споры между различными братствами. Я предупредил колледж магов в Камберленде, что это стоит обсудить в ходе грядущих дебатов, но боюсь, они отвлекутся на отношения с церковью. Уверен, что смогут умаслить эквитарианцев и, безусловно, и лоялистов, но либертарианцы откровенно стремятся к раздорам. А захотят ли изоляционисты даже говорить с нами? Угроза Мора уже сослужила в некотором роде добрую службу, объединив нас для общего дела. Но сидящие за одним столом в парадном зале видят за соседними столами идеологических противников, и в этом нет ничего хорошего. Собравшись за общим чаем, мы выглядим на редкость мрачно. Из заметки о единстве. Первый чародей Ирвинг. Да, у магов присутствуют всякие братства, то есть... Кто-то, возможно, за Хорошо. Союз с церковью, кто-то не очень и так далее. Они там дерутся между собой. В общем, это нужно за мага начать, чтобы там поподробнее все знать. Дневник чародея. Ошибка Ирвинга. Сегодня я тайно проследил за еще одной ученицей и разоблачил ее склонность к магии крови. Обстановка в башне такова, что побуждает к определенному образу мысли, как к доброму, так и к дурному. Ученики полагают, что мы играем с ними. Истина куда более сложна и прямолинейна. Склонных к отступничеству надобно разоблачать как можно раньше, не то пострадает весь круг. Ульдред оказался весьма полезен в обнаружении нужных нам признаков. Да. Его способность вводить в заблуждение просто восхитительна. Я бы сказал, ученики должны быть потрясены его способностями манипулятора. Нужно будет организовать семинар, дабы и другие чародеи могли перенять его полезный дар. Из дневника первого чародея Ирвинга. Ну да, организовали семинар. Вот вам и братство, кстати, чародеев. Черт, надо было кушак этот надеть архивариуса. Еще один важный аспект жизни круга – это братство. Когда маг становится чародеем, он может примкнуть к одному из братств. Это сообщество, выходящее за границы круга. В них состоят маги, объединенные общими интересами и целями. Они держатся вместе, чтобы добиться внимания в коллегии магии в Кумберленде. Самые крупные братства следующие. Лоялисты, проповедующие послушание и покорность церкви. Эквитарианцы, проповедующие умеренность и следующие жесткому кодексу чести, которому, по их мнению, стоило бы следовать всем магам. Либертарианцы, набирающие силу братства, где оно, публично отстаивающие большинство, большие свободы для кругов. Что-то я совсем тут ту-ту. А втайне желающие полного отделения от церкви. Весьма опасная позиция, естественно. Изоляционисты. Небольшая группа, предлагающая занять удаленные территории, чтобы избежать конфликтов с населением. Лукрозианцы, считающие, что круг должен заниматься в первую очередь тем, что выгодно. Они стремятся, во-первых, к накоплению состояния, во-вторых, к достижению политического влияния. На данный момент союз между лоялистами и эквитарианцами не дал либертарианцам вырваться вперед, но многое говорит о том, что эквитарианцы могут со дня на день лишить лоялистов поддержки и присоединиться к либертарианцам. Если это произойдет, то, по мнению многих магов, вполне может возникнуть гражданская война между кругами. Юзефус. Как вести сложно? Ой, комодик забыла. Конечно. Или не забыла? Да, да, там был посох. Ладненько. Давайте выдвигаться. А, в принципе, там уже третий этаж. Ну... Давайте тогда туда остановимся. Не хочется просто, знаете, раздрабливать. Лучше одна серия, один этаж, по-моему, здорово. Да, пожалуй, так и сделаем. Здесь остановимся. Вот такая вот, в принципе, вполне себе ничёшная серия. Нет, знаете что? Подождите. Мы сейчас сделаем по-хитрому, чтобы было все красиво. Мы сейчас Морриган задарим черный гримуар. Вот прям тут, вот прям сейчас. Чтоб все было замечательно. Промокший портрет, в жопу его. Черный гримуар, давай. Как? Гримуар нашелся старый Флемет? Это Флеметский? С тех пор, как мы узнали о том, что пострадала башня магов, я часто думала, нельзя ли ее спасти. Но я тебе об этом говорила. Какое счастье, что ты сам сумел найти его. Тебе я чрезвычайно благодарна. Немедля сяду книгу изучать. Ну,
прямо сейчас. Давай попозже. А что ж ты надеешься? Что, даже без поцелуя? Что ж ты надеешься там найти? Тайны. У матери несчетно было тайн. И этот том нам шанс единственный дает отнять их все у ней. Я не намерена возможности лишиться узнать поболее того, что Флемет решила мне открыть. Я думаю, что это интересно. Ну почему нет? Морриган одобряет. Замечательно. Гримуар Флемет это был, как оказалось. И да, это товарищеское задание Морриган. Ты нашел Фолиант Флемет и отдал его Морриган. Кажется, девушке не терпится изучить его, и один создатель ведает, что она узнает. И да, вот такая вот интрига на будущее, потому что если бы мы отдали это все в лагере, то вроде как можно было бы с ней еще раз поговорить сразу же и... Она бы дала ответ, вроде бы, а это неинтересно. Вот, теперь мы точно остановимся. Надеюсь, что эта серия вам понравилась, и если это так, обязательно ставьте палец вверх, мне будет приятно. Оставляйте свои комментарии, пишите, как вы тут справлялись, как вам вообще удавалось продвигаться по этажам круга магов, в том числе на кошмарном сне. Будет интересно почитать, как вы вообще, какие тактики использовали. Хотя, мне кажется, когда есть Вин и когда Морриган, тут все понятно. Заморозка, разрушение с помощью камня, это сам Бог велел, просто сам Создатель велел, сам Создатель прописал. Вот, и все равно напишите, мне будет интересно. Вьюет. Ну и вам большое спасибо за то, что все это дело посмотрели. До встречи в следующей серии.